Вот. Два подъезда убирали. Тот подъезд чистый, а вот здесь вы еще. Горы мусора, грибок и плесень на стенах, разбитые окна. В такой обстановке живут амичи в пятиэтажке на Молодогвардейской. Говорят, о ремонте давно не мечтают. Бывшее общежитие в аварийном состоянии. Поддерживать порядок удается лишь возле своих комнат. Туалет, кухня, лестничные пролеты в плачевном состоянии. Догадаться, что это за помещение, сложно. Местные жители поясняют. Так выглядит душевая. И, к сожалению, она не заброшена. Местные жители опасаются холодов. Окна разбиты почти на каждом этаже. Душевые и туалеты – не исключение. С отоплением тоже проблемы. Коммуникации не выдерживают. Порывы случаются постоянно. Если у нас зима и у нас порыв, да. Мы сидим без света, бывает. Без воды. Без воды, без всего. То есть ее трубы к зиме не подготовила ЖКО. Вот подождите, смотрите, ничего. Вот у нас в подъездах нету даже окон, нету ни батареи, ничего. Все пообрезали. Решать жилищные проблемы собственникам приходится самостоятельно. В июле амичи провели обследование дома за свой счет. Эксперты установили, физический износ здания превысил 70%. Бывшее общежитие признали аварийным. Однако надеяться на скорый переезд не приходится. Сейчас по программе расселяют аварийные дома, которые получили статус до января 2017 года. Остальные в списке ожидания. Сколько оно продлится, неизвестно. Программа не продлена, средств не предусмотрено. Могут ли жильцы рассчитывать на временное жилье из маневренного фонда? С этим вопросом телеканал Омск ТВ обратился в мэрию. Предоставить комментарии там пока не смогли.